матч получился, как и ожидали, в принципе. Соперник ставит очень серьезные задачи в чемпионате. Поэтому для нас это было тоже определенная проверка. Тем более, до этого два поражения. То есть психологически для нас было важно набрать очки. То есть и, я в раздевалке ребят поздравил. Вот, и сказал, что, в принципе, получился очень достойный матч. Вот, и для нас одно очко – это шаг вперед. Небольшой, но все-таки шаг вперед. Thank you.